Здравствуйте, сегодня с вами я, Фургалайф, и сегодня вторая часть влога, как мы поехали даже за город Выборг в Ленинградской области, такой отель есть. Как по мне, мне кажется, мы находим неподалеку от границы с Финляндией, но я конкретно посмотрю, лишь на карте. Короче, мы находимся где-то за Выборгом в Ленинградской области. И сегодня, короче, вот такой вот домик. У нас с сестрой вот такая вот комната досталась. Моя сестра сидит. Вот учебник по литературе на стихотворение учит Пушкина. Вот мой рюкзак, комод. И вот такой вот открывается прикольный вид. В прошлой части вы могли видеть, как я гулял по... Ну, не один, конечно, гулял, но гулял. Я гулял по вот этому вот всему месту. Вот, возможно, в этом видео тоже я буду гулять, пока точно не знаю. У меня сценария на это видео нет, потому что это влог. Вот. Погнали, я вам покажу, как выглядит у нас все внутри. Ну, комнату уже могли видеть с моей сестрой. То есть, ее так не буду показывать, ее шкафчик. Вот, то есть, у меня тут вещи лежат, здесь ее вещи лежат. Тут тоже ее вещи лежат, мне кажется, пусть комод положит. Надо. Полотенце надо. О, полотенце у нас тут прикольно положили. Правда, розеток прямо рядом нету. Розетки находятся... Вот здесь вот. Вот розетка и батарея подключена, ее надо включить. И вон там розетка спрятана. Так, вид. Вон, окно открывается, сетка даже стоит, так что лето тут будет прикольно. Ну что, хозяюшка? Погнали! Заходим. О, на слово заходим, включается свет. Остальное свет включаем вот так. И оказалось, что это включила моя сестра. Что ж, вот такая вот. Вот такой вот стол, термосы стоят. Там я показываю. Там я особо показывать не буду, что это такое. Пишите в комментариях, что это такое. Вам даю 3 секунды. Дай. Раз. Молодцы. Это холодильник. Ты сама загляни. Я ответила. Ну, комментарии, думаю, опять будут заблокированы. Потому что это же правило Ютуба. Два пульта у нас. Один от приставки для телевизора. Один от самого телевизора. Приставка для телевизора. И сам телевизор. Вот такой вот диван. Опять же, окна. Там также находится другой дом. Это у нас соседи. Там вроде как никого нету. Опять же, окно с сеткой. Там, так, вот эти. Там у нас тут без сетки, окно без сетки, вот, микроволновка и шкафчик, вот, там спальня для родителей, вот, так, как здесь включается свет? Вот такая вот. Такая вот ванна, раковина, вот, шкафчик, там сверху, может, тут бойлер, коврик, унитаз, мой друг, ладно, шутка. Также там, где мыться, он душ, но туда я не достану, чтобы туда душ поставить, там папа кое-как достанет, вот. Ну, как-то так. Вот батарея, полотенце. Короче, как-то так. Вот такие вот у нас ключи от номера. То есть вот так вот я здесь прикольно сделал. У нас 4-й дом. Так вот ключик. Вот как-то так это все выглядит. Достаем Кока-Колу. В баночках. Темнота.
Темнота, вот, я нашел выключатель, включил на веранде свет. Машину, которую на камере не видно. Вообще ничего не видно. Видно только небо. Небо видно. Вот. Что ж, угадайте, куда я иду. Я иду к беседке! Вот такая вот беседка. Мангал, если видно, конечно. Мне кажется, вряд ли плохо видно. Дрова. Мангал. Будем делать креветки. Палка для чего-то. Махалка. Не знаю, для чего тоже. Вот лампочка. Там выключатель. Там выключатель. И угадайте, как же я включил свет? Да, я фокусник. Силы мысли включил. Ладно, что моя сестра включила и убежала. Как-то так. Разожгли огонь, переставили сюда мангал. Воняет, если честно. Вот. Сейчас будем пытаться делать креветки. Не знаю, как будем делать, поскольку будет это делать папа с мамой. Как-то так. Моя сестра ожидает занятия по ноутбуку. Вот сидит в наушниках. Ожидает, когда по английскому начнутся занятия. Деловая колбаса. Ладно, удачных занятий. А я пойду пока что. Темнота, на камере ничего не видно. Что ж. Сейчас готовили вот эти вот креветки. Получилось так, то что готовыми их было невозможно почистить. Готовыми имею в виду на костре. Их было очень сложно почистить. И теперь мой папа сидит, чистит креветки. Как-то у нас так получилось. Потому что моя сестра попросила вот эти мармеладки чуть-чуть расплавить, сделать наподобие джем, да? Ну что, вот так надо. Мы сейчас будем делать это все на палочке, главное палочку не сжечь, и мармеладку, чтобы не упало. Так, как сравнительно это делать? Это вам урок, как можно сделать джем самому. Взять какие-нибудь мармеладки, сделать джем самому. Пытаемся. Опа. Все плавится. Все сильно плавится. Небольшой джем, считайте, готов. Так, держи. Так, встань. На веранде встань, там свет есть. Реально джем получился. Я подольше прям над огнем это делал. Прям все загорело. Вон палочка, чего-то. Да, горячо? Ну даже сварный сыр на макарон похоже. Че, реально вкусно? Да, попробуй. Давай еще раз. Ну-ка. Че, вкусно, да, реально? Да. Джем, попробуйте сделать. Реально, переверни-ка. Камера грязная. Что ж, поели креветок. Достаточно вкусно получилось на костре. Мы их почистили. Подогрели на костре. Очень вкусно, сочные. Муа! Сейчас идем на ночную площадку. Да, давай. Так, фонарь. И все равно ничего не видно. То есть вот тут фонарь тоже какой-то светит. Там вообще темнота, ничего не видно. То есть вот качели две. А там ничего просто не видно. Что на камеру, что... Хотя можно разглядеть. Где? Да, разглядеть.
спокойный.